Всем здрасте, с вами Лысый Мастер. Сегодня мы делаем необычную штукатурку. Ну, кто знает, тот знает. Делаем сегодня наш любимый раствор. Один цемент и два песка. Наштукатурим на толстый слой. Делаем вот такую интересную разметку. И на нее наносим штукатурку. Потом берем в руках, сминаем пакет и отштамповываем. Берем резак по дереву и делаем вот такие разметки. И прорезаем нашу разметку чуть глубже. До основания ни в коем случае не прорезайте, то штукатурка отвалится. Там, где мы штукатурили на второй слой, берем резак и начинаем делать вот такие интересные кругляшки. Чем они будут корявее, тем они будут интереснее. Теперь этим же резаком прорезаем вот такие линии и делаем сколы. После того, как все вырезали, берем металлическую щетку и начинаем ей проходить слева направо. И у нас получается вот такой необычный декор. Ребят, кому интересны такие работы, меня также можно будет найти в группе ВКонтакте и Одноклассниках. С вами был Лысый Мастер, всем пока!